большое знаменательное событие для наших стран и народов. Это действительно большое знаменательное событие. Поступают согласованные позиции в международных организациях. Рассчитываем, что этому во многом будет способствовать успешное проведение. В соответствии с поручениями глав государств, министерства и культуры и промышленности, прошло почти 30 лет. Мудрость и дальновидность наших предков. Официальный русский язык является не только официальным. Язык является не только официальным, но и языком без национального общения. Если сохранить и передать потомкам правду самой страшной войны. Помнить и слово поддержку России, ее лидера Владимира Владимировича. Близкий, надежный союзник и долгосрочный стратегический партнер. Россиянин. Его лидера Владимира Владимировича Путина. От всей души пожелать успехов организаторам и участникам